Всем привет, дорогие друзья, с вами Кико. Сегодня хочу провести некоторые эксперименты в Майнкрафте. Да, ребяшка, в Майнкрафте. Вот сейчас ночь, давайте поспим, ложимся спать и спим. Вот, собственно, ребятушки, мы поспали. Давайте вот сейчас возьмем нашего жителя и спауним вот тут. Хотя бы жителей где-то, может, 4 жителя. Берем и спауним 4 жителя. Так, ребят, эксперимент будет заключаться в этом. Найдет ли зомби отброс нашего жителя? И найдет ли снеговика зомби? И также строим ПВП-шку между снеговиком и нашим зомби, ребят. Кто победит же? И давайте мы сейчас... делаем вот так, так, этого бы, знаете, надо было убить, пусть будет, так, сейчас берем нашего зомби, нет, давайте вот, зомби будет гореть, да, гореть, ну тогда возьмем отброса и поставим отброса, отброс не горит, так, он начинает свое движение, отброс, идет в правильном направлении, так, сейчас тоже идет в правильном, так, он тут завис. Ударим, он побежит? Да, да. Нет, он не побежал. Ну, короче, давай я. Я его ударю. Давайте, так, я его ударю. Все, так, я его ударю. Я его убью. Так, сейчас давай эксперимент будет. Заключаться в этом, смогут ли 5 отбросов найти? Давайте 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 отбросов, ребят. Собственно, они идут в том же направлении, что и... Нет, один пошел куда-то. Вообще, не знаю, куда пройти, идет в правильном направлении, вот они не будут наблюдать. Да, он нашел жителей, капец. Один нашел, а некоторые вот зависли здесь. Прям трое, смотрите. А если бы я сделал вот так, смотрите. Они бы ушли куда-то, они бы не задерживались на местах. Нет, собственно, не задерживались. Зомби или же отброс. Так, еще один. Нашего. Давайте рвать снеговик. Снеговик и 4 жителя против одного отброса. Давайте, ребят, сделаем отброса. Моба, да, вот этого моба отброса он тоже. Давайте сделаем, чтобы он его убил с легкостью. Вот так. Вот, собственно, он убивает. И сейчас, ребят, заспауним. Вот, смотрите, давай я заспауним, да, фигище отбросов. Смотрите, просто сколько отбросов. Голема с легкостью. Просто с легкостью их убили. И сейчас, ребят, может ли, типа, один голем найти некоторых отбросов. Давайте сейчас заспауним его и... Так, ребят, давайте я уже буду заканчивать. Что еще хотела сказать? 10 лайкосиков, ребят, и новый видосик, да, ребят. А с вами был Кико, всем удачки, всем пока.